ритм больших городов, если взять там миллионники, как они все бегут. Поэтому ты такой думаешь, надо не успевать, надо побольше, побольше. И нет таких людей, которые там, ну, редко гуляют. Или вот сейчас солнце вышло, люди вышли прям погулять. Видно, что у них идут, не спешат. Я к тому, что у тебя мозг начинает, ты работаешь, и он тебе начинает объяснять, почему тебе надо еще больше работать. То есть, как бы вот наоборот, он рационализирует, либо вот как бы твои страхи размещены где-то, и он тебе объясняет, почему это так, и у тебя вроде сходится логическая цепочка, ну, как бы это вот в голове. И ты думаешь, а, ну, все нормально, как бы я адекватный, и как бы работаем дальше. В самом деле, ну, ты сидишь, у тебя вот так вот солнце или погода меняется за окном, и все. Поэтому вот важно все-таки себя вытаскивать и вот это менять обстановку, хотя бы выходные куда-то выходить, потому что раз в год отпуск там или